Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Добро пожаловать в Нижнекамск на стадион «Нефтехимик», где буквально через несколько минут начнется матч 33-го тура МЛБЭТ первой лиги. «Нефтехимик» на домашнем стадионе принимает футбольный клуб «Уфа». Ну что, погнали, погнали. Стартовал матч 33-го тура. «Нефтехимик» Уфа. Невероятное зрелище нас с вами ждет. У меня, как я уже говорил, вопросов нет, никаких сомнений тоже. Хорошая, кстати, передача проходит. Здесь сразу и момент может быть опасный. Передача чуть назад под удар. Ой, как здорово Уфа начинает. И это Алексей Евсеев сейчас бил. Повтор все-таки нам здесь еще решили показать. Ну, по плотности хороший удар был. Атакует сейчас «Нефтехимик». Передача. Дворецков с левой ноги попытался пробить. Заблокировано. Подбор за «Нефтехимиком». Лайкин. Хорошая позиция. Можно бить. Лайкин заряжает. И Хамкоев ныряет в угол и вытаскивает этот мяч. Как раз таки обладатель приза. Да, блестящий игрок. Так вот звучала да, эта номинация. Галиуллин. Хорошая передача. Сиддиков. Дальше. Базилюк. В касание. И в дальний угол. Опасно. Дворецков не попадает. Но вот еще один момент неприятный. Удар. Вот здесь смотрим Дворецкого. Ну, по владению мячом-то точно преимущество у нижнекамцев. Хотя, ну, где-то так, наверное, немножечко, может быть, и непривычная картина. Хорошая комбинация. Лайкин! Ну вот тебе и блестящий игрок. Товарищ режиссер, дайте еще раз. Да, вот этот пас, вот эта скидка от Дворецкого. И блестящий Сиддиков просто ювелирно туда мяч закинул за спины. И Дворецков тоже, да, молодец, сориентировался. Ну как же здорово. Поэтому не будем заострять внимание. Ну, сделаем пометочку, что такой момент у нас был. Удар поворотом. Голубев. Прекрасно. Хороший прыжок от Андрея. Ну и повтор. Повтор. Можно записать для любителей статистики. Вот здесь перехват хороший Галиуллина. И передача проходит. Барсов. Барсов здорово мяч обрабатывает. Момент опасный. Дальше Базилюк. Забивать надо. Подстроиться как-то под мяч. Да, левый пытался пробить. Есть у того свободная зона. Передача. Вот неплохо. Вот здорово, Карп. Емельянов, бей уже. Но не рискнул Никитин. Удар. Голубев. Вот это Андрей. Если и была, то немного. А вот тут действительно пришлось потрудиться. И смотрите, как вытащил-то. Красота какая. Ортис, да, и Никитин, и Молтянинов. Вот эта тройка будет там стараться создавать моменты. Ну, Ортис такой достаточно крупный, габаритный футболист. Ортис! Сразу момент у него. Ну, а мы смотрим повтор. Касентура, вот такая вот подача. И смотрите, как же здорово здесь Ортис. Ну, действительно, классно. И идет Емельянов, подключает Сухова. Тот сразу в штрафную. Опасный момент, может быть, бьет Никитин. Неплохую, очень, да, я бы даже сказал, хорошую комбинацию, да. Классно все было сделано. Обращается он к нападающим. Ну, кстати, пас-то не очень хороший получился. И здесь Дворецков. Хорошая позиция. Можно и пробить. Можно подключить передачу. Вместо этого Котик! 2-0! Артем Котик! Смотри, Дворецков показал, что будет бить. А вместо этого передачку такую мягенькую в разрез. Да, вот очень классно тоже. И Котик блестяще низом здорово разобрался. Для Артема третий мяч в этом сезоне. Касентура. Мяч принял. Пойдет в обыгрыш. Нет, убрал под себя. Подключил партнера. Подача. Может быть, удар у Никитина сейчас последует низом. Голубев. Голубев вновь здорово атаковал их. Ну и вот спасибо коллегам, да, 4 минуты. 4 минуты у нас будет добавлено. Ну вот, удалось так подсмотреть там ребятам, увидеть табличку резервного арбитра. Ортис! Ну и вновь, да, мяч мимо проходит. Надо уфимцам идти, да. Касентура против Берникова. Касентура под правую в штрафную. Не знаю, будут ли подавать или же разыграют нижнекамцы. Нет, звучит свисток, вообще ничего не произошло. Ну что, поздравляем «Нефтехимик» с победой. Обыгрывают они уфимский футбольный клуб «Уфа» со счетом 2-0.